Да, такие подарки, наверное, не делал нам ни в прошлом, ни позапрошлом году погода. А в этом году делает. Лето вернулось, вернулась Вика, вернулся Шон. Шон, привет. Группа поддержки. Да, Вика, привет. Привет всем. Сергей, привет. Александр. И Владимир с юго-запада приехал. Давайте мы сейчас сразу к нему подбежим, потому что он стал счастливым обладателем. Чего, Володя, ты стал счастливым обладателем? Ракетка. Он купил себе основание. Чего не покупаю, нахожусь. А, нашел основание. Покажи, что там нарисовано на нем. Нет, ты мне переводи. Power Drive какой-то, какая-то кривая бабочка. И на попе кривая бабочка. А ракетки, накладки... С одной стороны шипы. 19. А, нет, все гладко. 19 красный, 19 черный. Ох, 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 это о чем говорит? О том, что Роман не показывает нам свою ракетку. Он говорит, страшная тайна, но тоже, говорит, гладкая. Поехали. И поехали. Кровавый спорт. Как важно найти свою ракетку. Первая игра. Володя и Роман Ярославский. До четырех, до четырех будет литься кровь. А, 1-0. 0-2. 1-2. 3-1. Все по-честному. 4-1. 1-5. 1-6. Вот это начало, да. 1-7. Вот без этого игра бы и вообще никогда не стала игрой. 7-1. 8-1. Ярослав Святослав Вячеслав Васильевич пришел. Привет. 1-10. 10-2. 10-3. 3-11. Первый сет уверенно проигрывает Роман Ярославский. Местами решили не меняться. Принцип Сан Саныча встал, стой до конца на одном месте. 0-1. Да просто не будет. Володя с уникальной ракеткой. Да. 2-0. Да. 2-0. И уже началось интересное. Ха! Смотрите, он где-то готовился специально к этому матчу. 0-4. Разгром. 1-4. 1-4. Вот это шорт! Оу! Браво! 4-2. Володя на подачах. Ух ты, ух ты. Все, все. Каждый розыгрыш. Радость в дом. 4-4. 4-4. 5-4. А на втором столе звезды вчерашнего тенниса. Игр не вчерашнего тенниса, а современного, но который мы играли вчера. 5-4.
Хорошо. 4-6. Да, не видели мы этого точно давно. Месяца два такого тенниса не видели. Проигрывал-то 4-0 было. Да, ну мастер. 4-7. Чиркнул? Нет. 8-4. Девять-четыре. Тайна Володи раскрыта. 5-5. Ух ты, ну обязательно это мы должны сделать. Гольф не подать подачу в торец, под стол и в небо. Попал. 6-9. Мальчик, не надо здесь ездить. Да, мальчик, это теннис, это не велодром. Спасибо, дорогой. Эх, опять замечательно. 10-6. 1-1. 1-1 по сетам. 6 очков Володя забрал о первом сете. По-моему, 3 всего было у Романа. Остаемся на тех же местах. Раздеваемся до трусов. Нет, а там белая футболка. Я к этому философски отношусь. Хоть серым, хоть белым, хоть не забыл. А холодно ему будет. Поехали. Раздевайся, бедра, и мне ничего не. У меня есть там какая-то голубая, теплая. Так. Перепадай? Нет, все нормально. 1-0 не перепадаем. Хорошо, разворот был. Попадания не было. 0-2. Танго! Все очки сгорели! 0-0. Как он 2-1 проигрывает? 2-1, это была шутка. Сетка 2-1. 1-2. 1-2, два раза сетка. И опять сетка. 1-3. Специально не попадет. Стабильность, признак. Обратный топорик. Пролетел над сеткой. 2-2. Леон 6-0 вел жара, а ты о чем-то говоришь. Это о чем-то говоришь. Чиркнул, нет? Ну это не важно, это другой вопрос. 3-2. 3-3. Три, четыре. 4-4. А в процессе игры ребята обсуждали, как с Жаровым играл Роман. 5-4. Как он сейчас? Он вел 5-3. 5-3, да? Да, не я вел, а Володя. 5-4. Оказывается, тут я опять в цифрах запутался. 5-5. 6-5. Народ разошелся со столов. Были все столы заняты. 5-7. Ха, золотой топ не прошел. 6-7. И 7-7. Ай, Володя мог сделать наказание. Да, все правильно. Стол уже. А так он попал бы, конечно. 8-7. Да. 7-9. Восемь, девять. И 9-9. 1-1 по сетам, 9-9 в третьем сете счет. Ровная игра ровных соперников.
Блядь. Из было. Было, было, было. Девять, десять. И опять что там в правом углу-то не хватает 2,5 сантиметров? 10-10 третий сет. Десять-десять. 11-10. Да, ну наконец-то, наконец-то четвертый удар получается. 11-11. Одиннадцать, 12. Одиннадцать, 13, 2-1 по сетам впереди, Володя. 1-2-0-0. 1-0. Хорошо, мощнюга. Да, все, наловчился он. Наловчился. Правый угол пробивает второй раз за три розыгрыша. 1-2. И 2-2. Макароны здесь не проходят. Два-три. 2-3. Добежал, но не вернул в стол. 4-2. Четыре, 3. 4-4, отлично, хорошо, хороший, быстрый. По такому морозу и нельзя играть медленно. Не попал. 4-4. 5-3 кто-то? 3-5. 4-5. 4-5. Ой, и второй раз он его пробивает. По углам тащит, тащит. 6-4. Шесть, 5-7. 6-7. 8-6. Подачу Володи только такие немножко сомнительные. Видите, роняет он мяч вниз. 9-6. Не подбрасывает. 6-10. А тебя подача это не смущает? Нормально все видишь? Да, нормально. Я сам свое произвожу. Красиво. Это красиво. Теперь плечо болит. Все остальные партии он будет надо мной издеваться. 1-3? Да. 3-1-0-0. До 4 побед. С каким счетом буду проигрывать? Морально Романа ломает. 1-0. 1-1. Thank you.
знакомы, я уже там ничего не имею. Ой. Один, два. Два-два? Два-два или переиграем? Два-два или переиграем? Переиграем. Один-два. Один-два. Два-два. Три-два. Ну что, в футболке? Белая, серая, это вообще... Слушай, это конкурс, он прикрыл. Три-два. Два-четыре. Два-пять. Пять-три. Я не так сложно. Я же не тренировал. Не рассказывай, я что тренируюсь. Пять-четыре. Четыре-шесть. Пять-шесть. Шесть-шесть. Пять-шесть переигрываем, так что-то. Да, 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 растаскивает, растаскивает, растаскивает. 7-5. Вот это мощно было, Володя. Ну, с пола поднял, соплю-то. Восемь, пять. Это шорт, не забудьте. 5-5. Ну молодец. С пола, с земли. Листик между остается ракеткой и мячиком. 6-8. 7-8. Восемь-восемь. Неожиданно начали подачи, пошли. 8-9. 10-8. 3-2. Владимир впереди по сетам. 3-2. Играем до 4 побед. 5. Да, согласен. 0-1. 1-1. Золотой топс, наконец-то. Привет, Андрей. Да, Андрей Пропер идет. 1-1. Ты сегодня в форме? Сегодня да. 2-1. Привет, Андрей. Внимание, внимание. Россия, Америка. Идет серьезное противостояние. Но играют сегодня только русские. Американцев мы не приглашали. Поэтому все хорошо играет теннис. Я думаю, пока он комментировал это сумасшедшее событие, и я забыл счет какой. 2-2. Не дошагал. Отлично. 3-2.
Ох ты! Да-да-да-да-да. Стол, ветер и лист, они соединились. 2-4. Блядь, палец, ебучий вид. 3-4. Подача, да, секретная. Никто не должен видеть ее. 5-3. 6-3. 4-6. 4-7. Потом один эксперт приходит к делу. 8-4. 8-5. Хотел второй раз выстелить. 5-9. 3-2 по сетам, Владимир впереди, а сейчас 5-9. Ох ты, мама моя, вот это да! Вот это шорт! В замедленном будем темпе показывать, потому что никто не увидит, что произошло. 10-6. Да, ри-три! 3-3, кровавый теннис! 7-й сет, не меняемся сторонами. И 0-1. Сам добровольно отдает. Мастер нелегальных подач. Владимир. Ай, ну... 2-0. 7-я партия. 3-0. Сетка была, 2-0. 5-0. И разговор во время игры, и он сам себя запарывает. Ничего не понимаю. А почему ты подаешь? 5-0? Да, 4. Пока 4. А, 4-0, тогда ладно, это может 5. Хорошо! Хорошо! Шорт. Все напичкано шортами. Все напичкано. Все забито. Концентрации шортов. Вот и Андрей стоит и говорит, говорит, отвлекает внимание. На стороне Романа играет. 1-6, 1-7. 1-7, 7-1. Было, но сбоку. Сбоку. Сбоку, сбоку, чисто сбоку. Это я вижу. Это меня очень прекрасно видно. 8-1. 6-6. Нет, много. 6-1. 6-1. И Андрей дал слово, что будет молчать во время игры. 2-6. Браво! 2-7. 8-2. Хорошо, 9-2. Да, 9-3-9. 4-9, рабочий счет. Четыре, 10-4. Матч-пойнт. Кровавый нос. 6, да? 6-4. 10-4. 10-5. Гипноз включает в действие, Володя.
сетка 10-5 матчпоинт. 10-5. И сам своей ракеткой, дорогой ракеткой под названием Драйвер Майвер. У него отслаивается. Какая игра? Горят накладки. Горит ракетка. А руки кто будет сжать? Вот они. Володя даже потерял накладку. Спасибо огромное. Супер, мега, теннис. Спасибо. Володя, ты вовремя как приехал. Ты чувствовал, что Роман сегодня придет? А ничего не слышу, что я говорю. Ну и хорошо. Мы, главное, смотрели, как вы играли. Спасибо. Теперь я сниму.